Большая голова и коротенькие ручки – отличительная черта перчаточных кукол. В музейно-выставочном центре открылась выставка-фестиваль «Петрушек». Именно так их называют в России. Кроме того, здесь представлены и планшетные куклы. Это коллекция кукол семьи Василия и Ольги Черевковых из города Саратова. Василий – это художник театральный, Ольга – филолог и музейный работник, с которым мы знакомы уже больше 10 лет. Они у нас принимали участие в наших программах, и вот мы решили их позвать вновь, тем более, что в эту коллекцию входят еще куклы их сына. В рамках фестиваля традиционно будут организованы мастер-классы профессиональных художников и актеров кукольных театров по изготовлению и вождению куклы. После новогодних праздников в МВЦ пройдет ряд рождественских вертепов в исполнении артистов разных театров кукол.